Она такая хорошенькая. А у меня есть белая. Да, Что она сказала? Отдай мне ее. Отдай, мам. Отдай. Наша София. Вот так вот выглядит наша София. Они труся, сказала она. Да. Покажи ребятам, София. Наша фейковая обезьянка может только кричать, она не издает разных звуков. А настоящая фингерлингс нас веселит. Такая забавная. Что она сказала? Не знаю. А, позабавится, хи-хи-хи-хи-хи, смеется надо мной. Своей подружкой-девочкой. Мама, это девочка и эта девочка. Да, две девочки у тебя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смеется. Хи-хи-хи. Да. Она показала сразу мне язык. Я тоже ей показываю. Би-би-би-би-би. Мама, я потею ее на нож. А какая тебе больше нравится, беленькая или голубая? Голубая и белая. Две нравятся? Да. А веселее какая? Ты слышала, что она говорила? Слышала, она захрапела. Да, спать! Мама, у меня все вот эти обезьянки валятся. Но веселее какая? По-моему, голубая много всего умеет. Нет, все нравятся вот эти обезьяны. Все нравятся? Да, вот эти. И вот эти. В общем, ребенку по большому счету нет разницы. Мама, смотри, они позывают. Позывают? Да, позывают тебя потянуть идут. Поближе потянуть. Потом, Аряш. Они плачут. Потянуть быстренько. Мама, они на догонялки. Мама, они играют в гонки. Раз, раз, два, три. Успевает она. Победи двое. Хоть у белой обезьянки нашей функции очень мало, но Аряшке нравятся обе. Несмотря ни на все. Что. Да. То есть всем. А хочешь, мы с тобой поиграем? Мама, Анишка, Аня говорит на ушко. Она. Будем играть на прятки. Она сказала, что она будет играть в прятки с ней. Я? Ты прятаешься, а я считаю. Я считаю до пяти. Не могу дальше идти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Но не прятаешься, я не виновата. Ой, смеется она, того не видели. Не видела. Где она спряталась? Наверное, под столом. Посмотрите. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не прятался, я не нановато. А вы не видели мою подружку? Нет, не видели. Где-то спряталась, поищи. Сейчас включу. А уж еще езжу. Слышали, под столом она спряталась.
Смотрите. Знаешь, у меня, да? Я тебе скажу. Мама, этот ушко обезьяны. Наша новая обезьянка такая общительная. Они спят. Сейчас я выключу. Все, они спят. Мама, когда ты ее глаза, сразу ничего не делает. Мама, когда они проснутся, сразу она будет кричать. Хорошо. Доброе утро! Нас схватит моя сестра. Мама, я их назову, это Стес, это Мэля. Знаете, будет, да, я так их назову. Хорошо. Мама, смотри, как они могут. Просто этот гига большой и не помещается. Мама, а можно за лампочки вообще висеть? Эй. Баба, если вот так прилез, вот так, сразу повесь руку. Вот, смотри, можно и так. Да, можно и так. А можно за дужком смотри, просто и так. А можно за хвостик на ее. Мама, у него большой, а его маленькая. Да. Мама, смотри. Он большой, а он маленькая. Мама. Мама, что? А когда будем их дом? Сделаем. Когда? Не знаю, сделаем. Может, когда придем с гимнастики? Может быть. Я хочу прийти из гимнастики и взять дом. Хорошо. Баба, еще с бульчиками. Хорошо. Смотри. Мама, она не засыпает. Ты ж ее выключила? Мама, а когда она вот так сумит, сразу она лежит? Мама! Успокоилась. Успокоилась. Да. После их поклажу. Милая Алина. Да тихо смеется. Доброе утро! Что она ей говорит? Она говорит, за ушко, что сегодня она будет, всегда она будет с ней дружить. Всегда будет дружить?
Да, ты говори. Да, не подбери. Ты видишь ее следы? Нет. Я вижу. Где я сижу? Меня там никто не найдет. Папа, я не говорила. Ты слышала звуки? Да. Кто это значит? Это Зоя хулиганит под столом. Где Зоя? Под столом прячется. Какая хулиганка? Хулиганка. Хулиганка. Сейчас я поругаю. Елена, вообще так не кидай, дядя. Тетя, посмотри. Мама, а дай посмотрим, как цвет ее меняется. Нет, у нее не меняется цвет. Мама, можно ее купать? Нет, нельзя. Почему? Потому что она интерактивна, она поломается. А что, здесь будет водичка дырочек? Да, в дырочке попадет водичка. Подписывайся на канал. Пока-пока. Ha, 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 ha.